Знаете ли, твоя Украина имеет хорошее сотрудничество в многих сферах, и образование – это одна из этих сфер. У нас есть хорошие отношения между нашими министерствами образования и науки, подписаны соглашения, осуществляются совместные научные проекты, отдельное финансирование. Также очень хорошие отношения между университетами. Я лично знаю, наверное, 10 наших университетов, которые имеют партнеры в Украине. Но мне очень приятно сказать... Или звучит вам, что наше правительство продлило программу для бесплатного обучения в Литве. Это уже 4-й год. Мы даем 40 стипендий для украинских студентов, которые покрывают тоже обучение и проживание. Есть и отдельные университеты, они тоже. И от себя дают бесплатные тоже стипендии.